Хей, угай, с вами Шумики, мы продолжаем пройти игру под названием Slain. Я не знаю, что дает медальон, но. Вы думаете, я сейчас скажу, ну я куски собрал? Нихуя, я их еще не собрал, потому что я боюсь выйти из игры, потому что я думаю, я начну вот это все заново. Поэтому, ребята, у нас сейчас замок Вролла. Высокие шпили башен замка и никогда не гордого символа свободы Чала ныне страсаются и трещат от переполняющей их арканической энергии, от истории о том, что лежит на этим, за этими стенами. Стены, кровь в жилах, но пока не находилось героя столь смелого, чтобы прорваться через его укрепление и открыть правду. Ясно. А, Батурин. Отрадно видел, что ты добрался до дома. Здесь мне не дом. Нет, ты воин. Я обращался к Батарину. Что еще за вреднее я слышу от тебя? Умолкни, смертный. Ты стал меня раздражать. Самое время исторгнуть тебя из этого бренного мира. В принципе, он вообще-то легенький. Пока. Ну, мне кажется. Но мне кажется, да? Но я же попал. Все? Все кончено, Врол. Да, напротив. Я только разогреваюсь. Ничего не понял. О, так. А, так ждешь смерти? Буду рад услужить. Подождите, сейчас я немножечко не врубился. Ха-ха-ха.
Ну, в принципе, огненный дракон, значит, ледяным оружием. Так, ну примерно, короче, по рту нужно смотреть, что у него. Сейчас у него огонь. Где-то 1/5 мы отняли. Пока у него нету другой фазы, это пока что легко. Так, а давайте обычным мечом попробуем. Интересно, если когда он упадет, хотя... Во, как раз его, да. Надо оттекать. А я почему-то думал, он лед будет пулять, но оказалось нет. Пока что более-менее. Не, мне топор точно не поможет. Давайте мечом попробуем. Попробуем мечом лучше. Да, это долгая битва. Thank you.
слушать. Серебряный меч получше, и намного быстрее мы все это еще сделаем. Еще один раз повалить и все. Да ё-моё, я дебил. Зачем я это сделал? Я его убил? Почти. У него больше нету фаз. Ну, когда только более-менее у него увеличено количество атак. Я злобил очень сильно. Теперь мне его нужно повалить несколько раз, не один раз. У него просто 0 хп. 0 хп я... Ну ладно, там 1 хп осталось у него. Жесть. Ладно. Атаковал, успел. Ау. Ау. Сейчас бы его еще раз повалил. Ну, увы. Снова мне на одну шипку есть хп и все. Впечатляюще. Чую, холодная рука смерти тянется за мной. И все же так просто меня не победить. Время вернуться ничто иным мой. Так, а теперь вопрос, а что это за херня?
Ну, слушайте, он легкий. Надеюсь, я с него начну. Да. Я дебил, понимаете? Я мог бы завершить всю струйной атакой. А, он меня телом ударил. Ну, вы сами видите, типа... Он из себя вообще ни хера не представляет. Все. В конце концов, ты превзошел меня, мой единственный сын. Закончи то, что я смог, что я не смог, и займи место на тем мрачном троне, что твой по праву. Где-то в глубоком космосе. Меня зовут Батарин Врол. Это история о многих моих воинах, живших в разные времена в разных местах. Они выпивали жизнь из планет. Батарины, время пришло. Да, начнем же. Ко мне. Мы уничтожим их снова. Ну, в принципе, продолжение следует. Продолжение следует, ребят, и вы видели это продолжение. Продолжение — это тот момент, когда мы с вами играли с космодесантника, помните? Мы там тоже в Ролом играли, только он там был с пушками. Так вот, это как раз был он. Это продолжение, это вторая часть была, а это вот первая. Я решил все-таки, так сказать, поддержать настоящее и будущее. Типа здесь только одноручная, но видите, там, допустим, была прокачка, а здесь ее нету. Ну, в принципе, она здесь и не нужна, здесь все заточено на парирование, а там только стрельба, там парирования нету. Если оценивать игру, то, в принципе, она была бы сложнее, если бы... Ну, именно финальный босс, я сейчас буду говорить о финальном боссе. Финальный босс был бы сложнее, если бы сейвов не было. То есть, каждые три стадии мы бы уничтожали. Это получается, мы бы сначала уничтожили обычного, потом мы бы уничтожили дракона, потом бы мы уничтожили уже эту третью форму. Третья форма, по идее, самая легкая, потому что у нее только, считайте, две атаки, ну и дракон тоже довольно легкий, он слабый. Первая фаза более-менее такая опасная, но у нее мало хп. Но если не ошибаюсь, в последней, ну в той второй части, там мы уже довольно сложно, там было, кажется, босс тоже 3 или 4 фазы.
когда мы еще взлетали и атаковали мечом. Помните? Когда в черную дыру залетали, это другая игра, я уже не помню. Но не суть. Музыка, металл. Ну, музыка специфична, но где-то прикольно. Арт. Арты красивые, довольно детализированные, да? То у нас есть не только задник и передник. У нас есть передник, задник, полузадник, то есть это центральная часть, полуполуцентральная часть, то есть у нас идет 4 фоновых места. А, ну плюс еще дорога, это 5 фоновых мест. Боссы. Были боссы сложные, ну как сложные, довольно сложный босс был, это летающая вот эта хуйта. Вот она, да, была сложная. Это единственный босс сложный. Единственный сложный босс. А так, считайте, у боссов есть несколько фаз, но они ничем не отличаются от предыдущих. То есть они сменяются только на то, что, ну, атакуют чаще. То есть там из-за этого маленького демоненка, да, вместо одного шара он стал использовать 2 шара, либо 3 шара. То есть в таком духе. Из запоминающих таких боссов это был Огр. Потому что у него довольно... У него больше вот атак, чем у остальных. И фазы видны. Хотя, да, ну фазы, кажется, были, но не так сильно заметны. Но и тот босс именно был на парирование. Хотя не все на парирование. Финальный босс... Этот босс, летающая башка, запомнилась. Да, в принципе, все. Больше мне не так сильно ничего не запомнилось, никакие враги. Ну кто там были? Ледяной голем, огненный голем, ну не голем, я имею в виду эти здоровые, но боссы. Потом у нас этот был оборотень и херня, которая еще корни запускала, не помню как его. Скелет, что ли, был первый босс. Ну, по уровням, в принципе, почти однотипно. А есть секретный предмет, который мы не собрали. Ну, скорее всего, как можно по медальону посмотреть, там у нас изображен дракон и рыцарь. Рыцарь стоит с мечом вогнутым, и вокруг него защита. То есть можно сказать, что у нас было бы, наверное, иммунитет к огню дракона. Пол, короче говоря, иммунитет огненной атаки дракона. Все. Ну, в принципе, игра вышла у нас где-то на серии 8, наверное, 9. Поэтому довольно прикольная игра. Ну, типа на один раз можно сыграть. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Пока.